9 лет уже информационного террора, в чем только меня не обвиняли. Ничего не подтвердилось. Теперь придумали убийство. Я не совершал за свою жизнь ни одного преступления. Я настаиваю на своей непричастности. И смогу это доказать. Если бы следствие не скрывало бы от меня предъявленное обвинение, я приехал бы в Москву и представил бы доказательства моей невиновности. Поэтому все сделано тайно. Тайно предъявили обвинение, тайно арестовали. Но и сейчас я готов доказать свою невиновность. Я долго молчал, пытаясь быть выше всей этой клеветы, которая на меня обрушилась. Но и сегодня моим внукам говорят, что твой дед убийца. Кому это понравится? Так было и 9 лет назад, когда про Черкизон. Про меня писали разные гадости. Что есть контрабанда. Что не подтвердилось по сегодняшний день. Я специально тогда сделал диск, заснял весь рынок. Сегодня я буду показывать это в YouTube. Потому что хватит пользоваться моей порядочностью. Хватит пользоваться моей порядочностью. Мне уже тоже есть что сказать и что показать. И про рынок, и не только про рынок. Все возмущаются информационной войной Америки против России. Я тоже возмущен. Вся моя семья возмущается. Правильно сказал президент Путин, что требует поставлять доказательства. Я как гражданин России имею право на объективность и достоверность. Мне все время говорят, что мое дело решено сверху. Что значит сверху? Кто это сверху? Когда я спрашиваю, пальцы показывают в небо. Но если тот человек, который сидит на самом верху, узнает, что они так говорят, им мало не покажется.